15 февраля в России отмечается День вывода советских войск из Афганистана. Прошло уже больше 30 лет с этого знаменательного дня, но это вовсе не означает, что афганскую страницу в истории нашей страны можно перевернуть окончательно. Афганистан – это боль матерей, потерявших сыновей. Это тяжелые воспоминания тех, кто прошел страшную войну. Нельзя забывать о солдатах этой войны. Тысячи солдат и офицеров, прошедших Афганистан, честно и до конца выполнили свой афганский долг. Афганцы – настоящие солдаты в самом высоком значении этого слова. Честь им, слава и низкий поклон. Пишу я о тебе, Афганистан, страна красивых гор и перевалов. Ты в жизнь мою вошел, Афганистан, и душу на войне мне всю изранил.